Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы распаковываем ноутбук HP 2000, модель 2D80SR. На нем идет DOS, так что мы сможем установить Windows 7. Думаю, что проблем с этим не возникнет. Аккумуляторная батарея. Мощность аккумуляторной батареи 10 вольт 47 ватт-часов. 4700 ампера. Так, дальше. Кабель вот, к блоку питания. Параметры блока питания 19,5 вольт на 4,62 ампера. Мощность 90 вольт. Есть инструкция по настройке на русском языке. Указилка из налаштования на украинский и на какой-то еще. Но я не знаю. Основа Windows книжечка. Основа Windows. Windows на разных языках. Так, ну и собственно сам ноутбук. Красивый стильный дизайн, надпись HP, четкая. Сейчас мы его распаковываем. Самое первое мы устанавливаем аккумуляторную батарею. И включаем. Батарея разряженная, нужно подключить питание. Запускаем. Ставим флешечку с Windows 8. Как я и говорил, здесь у нас FreeDOS. Вот так он выглядит, загрузочка FreeDOS. Можно выбрать FreeDOS или документация HP. HP Documents. Ну что здесь? Посмотрим. Элементы, инструкция вот здесь есть даже. Вот такая у нас интересная фишка.
даже без загрузки Windows можно прочитать инструкцию на разных языках. Русский язык, украинский даже есть. Я чтобы выйти, нажимаю Alt F4 или выключить ноутбук полностью. Так, теперь мы начинаем установочку Windows, чтобы загрузить с флешки, нужно нажать кнопочку Escape или F9 Boot Device Options. И выбираем флешку. И версия Windows 64 бит обязательно. Ждем, пока загрузится. Ближе. Enter. Выбираем русский язык. Далее установить. Здесь нужно выбрать максимальное x64. Далее. Я принимаю условия. Далее. Полная установка. И переразбиваем диск. Удаляем лишние разделы. Далее. Удалить. Да, окей. И создаем нужные нам размеры диска. Здесь обычно я делаю 65 гигабайт. Обычно вполне достаточно. Применить. Можно даже сделать 100, пусть будет 100 лучше. Применить. И второй раздел будет все, что осталось. Применить. Далее. Выбираем DC для установки 100 гигабайт и нажимаем кнопочку «Далее». Немножко подождем, чтобы начался процесс копирования пошел. Тем временем рассмотрим коробочку. Значит, ноутбук достаточно мощный, модель HP 2000-2D80SR. Параметры. Core i3 процессор 2,4 ГГц, жесткий диск 500 ГБ, 4 ГБ оперативной памяти, DVD-RW привод, экран 15,6 дюймов, беспроводная локальная сеть и Bluetooth. И встроенная видеокарта, не встроенная, а мощная видеокарточка на 1 гигабайт. Вот. Пошел уже процесс копирования. Буквально еще 5-10 минут и Windows будет установлен. Дизайн ноутбука очень красивый, в принципе. Все удобно. Тачпад. Четко двигается мышка на экране. Но здесь нет дополнительной клавиатуры, как у большинства ноутбуков. Это немного неудобно, конечно. Цифровые клавиши нажимать сложно.
помню, это у нас HP модель 2000. Ну все, процесс установочки проходит благополучно. Все у нас будет. Настройку будем делать позже. Спасибо за внимание. До свидания.